Выкинули их. Кутя, 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 кутя. В репьях все. Ой, ой. Знаете, друзья, мне раньше так сильно нравились песни наши русские о русских просторах, о русских полях. Зато сейчас, когда я слышу слово «поле», меня пробирает мандраж. И мне становится просто плохо. Потому что слово «поле» для меня связано с болью, со страданием, со смертью. Поле. Русское поле. Куда на смерть нелюди выбрасывают малышей. Маленьких новорожденных или подросших месячных, двухмесячных. Таких, которые не могут сами не найти себе еду, не найти воду. Коробки, брошенные по нашим полям. Вот что такое сейчас русское поле. Ну что же с нами происходит, а? Что же мы творим? Почему мы такие равнодушные? Люди, ну дальше же больше некуда. Некуда дальше. Ведь любой из вас видит соседа, у которого собака ощенилась, а потом проходит пару дней, и щенят нету. И вы просто отворачиваете глаза в сторону. Вас ведь не волнует, куда ваш сосед дел помет? Куда он дел маленьких, живых, плачущих, оторвав их от матери? На какую жестокую смерть он их обрёл? И кто живёт рядом с вами? Человек или уже нелюдь? Почему же мы не задумываемся над этим хоть немножечко? Господи, когда мы дошли до этого предела, что теряем последние капли милосердия, сострадания и благородства души?